Всем привет, вы на канале Games Show, и сегодня вместе с вами мы поиграем в Майнкрафт, ну, на сервере Майнкрафт. So you got Japanese, you had Indian, you had Russian, you had Chinese, French, Italian. Вы спросите, где видос по Эдварсу, как я говорил, если наберете. Ау! Это будет следующий видос. Просто вы хотели записать Майнер Вейн, а этого следующий видос по Эдварсу. А еще не забывайте, что у меня тут будет в правом верхнем углу опросик. Обязательно зайдите в этот опросик и выберите, какую игру вы хотите, чтобы я снял из тех, которые я приведу в примере. Так. It's a PE. Minecraft PE. Oh. No. Look. No. И еще в вопросе не забывайте посмотреть на спонсора. Его зовут Илья Лис. У меня сейчас на данный момент 55 подписчиков. What's that? Nothing. Описание, версия с 1.9.0.1.12 вроде бы я не увидел. Ну, вы сами можете почекать там в интернете, поискать все такое. Сервер лицензионный, если что. Да, еще, кстати, в описании много всякого интересного, если что, открывайте, смотрите, там мои контакты и еще всякая вещь, там, услуги платные, кому нужно. Посмотрите, там интересно, реально. Ну, у нас уже начинается игра, мы, кстати, играем в Майнервейр, это сборочка мини-игр, они выпадают нам по рандому, и мы типа играем в них логично, да? Надо переводить. И, в общем, за победу в какой-то мини-игре нам начисляются очки. Тот, у кого больше всех очков, победил. Надо быстрее построить столб из 10 блоков и победить. Обычно еще всякие челики мешают, да, как, например, вот здесь. Или что-то подобное, не знаю.
ну да, там помещение только что. A button! Yeah, I got a button тут on the floor. Все плохо, потому что как-то слишком долго прогружается. Но я успел. Фух, нас трое, походу. Да, нас всего трое успело. Подоить корову. Значит, идем, ищем сундук. Чувак. Все, мы подоили корову. Передарим ее. И нас не бейт корову, типа пишет. Не откидывает меня. Перепрыгнул через лазер. Ой, это я всегда ненавидел, потому что оно как-то багато работает очень. Надо, кстати, постоянно чекать со всех сторон, потому что они могут с любой стороны и как угодно пойти. Ну что это? Разве я их коснулся? Почему меня продолжает телепортировать? Что здесь происходит? У меня пинг 400. Понятно. С пингом 400 не поспоришь. Когда мой пинг восстановится, стоять на жопу. Пошел он. Да чё, он меня выкинул. Мой пинг наладится сегодня или нет? С виду все нормально. Так, прыгнуть и собрать 5 алмазиков. Не забыли, как я. 3 готово. Все, 5 готово. Я все собрал. Сейчас соберем. Нет, не собрали. Ну ладно, не важно. Нам уже, в принципе, не надо. Толком. Черт, 9 собрал. Пункт вала. Надо стоять просто на желтом. Как можно, чтобы больше желтого было. Если чего, там спереди желтый. Так, окей, я устоял. Это хорошо. Я пока что довольно далеко на самом деле. О, надо собрать, короче, вот эти хрени. Внутри тион какой-то. Надо, чтобы их было 20 или более. И отдать вот сюда. Все. Я успею, не успел. Так. Ну ладно, не важно. В смысле, я тоже 39 вроде собрал. Ладно, не важно. Надо откинуть, короче, челиков в кактусы. Ну, меня уже откинули, естественно. Я не люблю, это рандомные какие-то мне игры постоянно попадаются. Ну, чтобы что-нибудь на ловкость или на тупость. На ловкость или на тупость, это я, да. Но тут опять рандом, ну что это такое? Это же рандом. Вау, какая классная вода. Пошел, ну, чувак. О, нет, давай, 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 давай. Не успел. Найти алмазную кирку. О, вот она. Выкинуть всех нахер отсюда. Да блин, ну почему я постоянно в спину кто-то бьет? Я что попал, у меня защита колба более-менее какая-то была. Ну, да. Я даже не в то... А, нет, я в топ, да, в четвертом месте, на пятом, не на четвертом. Надо, короче, сесть, когда музыка закончится. Я сел. Что? А, чувак не сел, он просто стоит во мне почему-то. Ну ладно, это странно. Убить птиц. Я смог. Ладно. Кинуть свой динамит и выжить. Это очень жесткая игра. Потому что... Тихо. Вы чё, пацаны, вы чё? Пацаны, вы чё? Вы чё, совсем с ума сошли, что ли? У меня уже мало хп, но я смог. Я, кстати, на второе место выбился. Мини-сплит. Ну все, короче, второе место. До свидания, я проиграл. Это еще и многоуровневый сплив, тут он всегда многоуровневый. И еще, если не ломать блоки, то у меня будет кончаться голод, и я умру. Так что мне придется в любом случае как-нибудь доломать блоки. Хотя бочком, через коленку, мобила, как обычно, все. Мобила мне зазвонить решил вот сейчас, прямо, конкретно в данный момент. Это только мой мобила может делать. Неважно. А главное то, что у нас проблемы крупные. Ведь мы играем в сплив, который я играть не умею.
И это плохо, потому что осталось еще слишком много людей. Если я не победитель в этом мини-режиме, то я вообще проиграю полностью. И даже со второго места скачусь, мне кажется. Кто-то меня подкапывает сзади. Надо, короче, подкопы делать под шериками, потому что иначе уже никак. Не получилось. Ну, все, меня убили. Стоп, два шерика. О, я занял третье место. По-моему, здесь ничего не дают места или что, я не помню. Но осталось уже... О, все. Да, у меня третье место. Нифига. А, я разделил третье место с каким-то шериком. А, да. Коротковато, я думаю. Да, окружается, у него всегда проблемы с пингом. Ладно, залетаем в следующий на нервы. Я единственный в лобби, и оно все еще не прогрузилось. Я имею в виду, в плане интернета оно не прогрузилось до сих пор. О, все. Поднялся чувак, открылся лёжка и все такое. Ну, я думаю, вот эта вот игра, и можно будет уже заканчивать, 10 минут все-таки снимаем. Нет, пока что 7, но будет 10. Ладненько, ладненько, ладненько. Ждем. Мы просто ждем и ждем. Как у вас дела? Напишите в комментариях, как у вас дела. Да мобила, ты чир правила. Сейчас еще через 5 минут ударю. Вот это хрень. Это будильник, представляете? Тут же уши зовут. Чёрт, разница. Всё. Надоел. Hey, Bush. Hey, Dane. You got a headache, come on. Come on. Hey, Dane. Come on, you got a headache. Bellyache. You got bellyache. What, is he complaining? Come on. Bellyache. You got bellyache. You gotta you put your tablets away. Yeah. I got to phone Wendy. Yeah. And what did you get to prayer yesterday? You didn't even jeans, did you? No, just like... Why? I was wondering if you didn't wash or not. Sorry, I'm so wondering about it. Naughty.